блин! Что, идем, собственно, да? Погнали, пойдем. Погнали, пойдем. Выступаете на южное Немзинское поле. Внезапно дорогу вам преграждает нечистая сила. Наверняка помощники Филимона. Так. Что? Бля, реально? Бля, за что? Ой, где она? Погнали, вот ему слабость накидываем, а этого дофигачим сейчас жестко, смотри. Смотришь? Да. А кого накинуть, себе же, да? А, ему. А, да? А что он будет делать? Очень интересно, мальчик. Очень интересно. Где это у меня была штука? Бэмс. Все. Нет у тебя ничего. Так, ему давай с глаз накинем. Дальше. Лечебные травы прячем. Бэмс. И бэмс. Тридцать, а он что? Соло защита наносит 13. А, ну. Я понял. И вот поэтому давай фигачим сейчас. А, один у него там. Ну давай этого дофигачим уже, чё. А, да, а где все эти? Собственно, алё. Понял. Пять. Двенадцать. Смотри, он накинул сколько. Вот-вот, видишь, сколько мы накинул слабости? Видишь, у него урон просто один. Вот это вот нужно было сразу же нам. Так, ну давай вот того дофигачивать уже, чё. Надо вот реально, уже надо, уже надо. Мальчик, ну, собственно, давай пока уже реально. Ну, реально пока. Я считаю. Ну, я считаю, что реально нужно, ну, все, пока. Ну, собственно, пока. Что я сделал? Что это сейчас было, ты видел? Просто минус 60. Что? 6.
А можно мне дать нормальную карту? Бля, ты серьезно сейчас или что, блядь? Я не пойму, мальчик. Ты сейчас, ну, реально будешь такой хуйней заниматься или что, блядь? Да все, ПБМ должно быть, все. Ну все, пока. Ой, блин. Так, поехали. На старом пне, покрытом грибами, вы находите образ, про который говорил охотник. Оклад начал гнить, а на самой иконе видны следы выстрелов. Лик святого смотрит на вас с укоризной, будто это вы в него стреляли. Вы быстрее прячете икону в сумку. Я не могу никуда отправить, прикинь. Боже. Так, прошу прощения, ребят. Быстренько. Опс. Он приземляется на старый голбец и пронизывает вас взглядом. Он видать, словно ниоткуда. Вокруг шумит лес. Поднявшийся ветер разгоняет туман, и впервые за долгое время вы видите ночное небо. Да, ворон пролетел ниоткуда. Джо в курсе. Глаза ворона сверкают красными углями в лесных потемках. Оказался пастух, а не сваха и не пахарь. Кар! Кар! Хорошо, что ты его нашла. Легче одолеть будет. Он тебя боится. Да, только где он сейчас? Как найдем-то в лесу? Я уже проследил за Филимоном. Он к тому дереву отправился, где мы Галину нашли. Где нашли? У него там логово оказалось потайное, подземное. Всех похищенных в нем держит, всех! Думаешь, он Нимзю откроет? Откроет, откроет. Ты ему выбора и не оставишь. У тебя все-таки сама книга черная. Черная! Правильно? Ты знаешь? Догадался. Почувствовал. Сразу знал. На Ростоне об этом ветер пел. Кар! Правильно? Как нам вход в логовище найти? Я знаю. Знаю. Покажу. Иди к кульпу. Кар! Кар! Эти похищенные, они живы? У Филимона ни живые, ни мертвые. Наш отец уводил иногда, но и отпускал. Отдавал. Молебен отслужит. Или слово святое скажешь, тогда и отпускал. Так, держите, ребят. Этот держит их души, питается ими. Для него душа как сахар. Кар! Кар! Ты сам-то что за бес? Может, ведешь меня в ловушку? Не знаешь, кто я? Что за птица такая странная на Ростоне явилась? Кто этот ворон? Печешься сильно о Нимзе. Значит, дух родовой. Домовой или овинник какой. Я еще знаткой называешься. Василиса. Меня Карныш зовут. Я сын Лешего, как и Филимон. Он брат мне. Уже долго он от меня скрывается.
вытягивая силу из Немзи, склёвывая её жителей. Я не мог его выследить, пока он был человеком обёрнут. Тут ты помогла. Да, помогла! Это я тебя затянул с полюда. Мой силуэт ты видела в лесу. Мои гостинцы. Из-за тебя я тут пленница? Не просто так. Нет. Меня книга манила. Манила. На тебя навела. Я тебе помогу. На книге только мой отец печать открыть может. А без меня ты его не найдешь. Нет! Окей. Хорошо. Веди меня к своему братцу. Иди к Кольпу. Там буду тебя ждать. Там! Шелесту крыльев вторит шепот еловых веток, когда ворон взлетает со старой забытой могилы. Вы с грустью смотрите на покосившийся крест. Кто здесь похоронен и почему? Помнит ли кто-нибудь об этой могиле, о лежащем в ней покойнике? Этот человек тоже похоронен не за церковной оградой. Тревожные мысли не покидают вас, даже когда голбец остается далеко позади. Знаешь, половину уже прошли в этой главы. Только узнали, как зовут персонажа. Ну ладно, может, так и нужно было. Ну видишь, теперь мы знаем, кто он. Интересно. Ну, надеюсь, он поможет. Ну, как будто бы, знаешь, вдруг он ваш лапоть погружается в ледяную жижу. Вы наткнулись на заболоченную поляну. Найдя старую тропу из гнилых досок, вы продвигаетесь все ближе к цели, но внезапно чувствуете неладное и останавливаетесь на середине болота. Кажется, впереди устроили засаду бесы Филимона. Вы оглядываетесь. У кромки леса стоит человек. Его лица не разобрать. Вы пытаетесь поставить магическую защиту, но в этом сыром болоте ничего не получается. Вы мерзнете в воде, ожидая нападения, но, кажется, лесные бесы хотели лишь вас задержать. Впереди... Впереди уже нет никакой нечисти, понятно. Минус 3 хп, добрый вечер. Нормально, нормально. Вы останавливаетесь и держите книгу наготове. Возле старой ели вас уже поджидает Филимон. Рядом с вами приземляется уже знакомый ворон. Так, ребят, держите. Ой, еще. А Филимон сразу тут. Василиса, постой. Выслушай меня. Не нужно меня крошить в свою книгу. Ты не понимаешь. Кар! Конечно! Заговаривай зубы, братец! Давай выслушаем. Давай сначала выслушаем. Говори, пока я не передумала. Я тебе врать не буду, Василиса. Хватит туману напускать. Как есть, так и расскажу. Порой я утягиваю немзинцев к себе в логово. Да-да, вот под это дерево. Но не заради злобы, а по причине. Я должен. Отец бы никогда этого не допустил. Колдуй, Василиса, пока не поздно. Погоди, выслушаем его. Ты меня не поймешь, Карныш. Чтобы избежать огромных жертв, я должен пойти на небольшие. Да, я устроил так, что ворса уснул и до сих пор спит. Да, я скрыл Немзю и собираюсь оставить ее спрятанной. А для того мне нужна сила. Мне нужны человеческие жертвы. Такова цена. Ну, то есть ты своего отца просто взял, уцепил? Ты что, еблан? Ты в курсе, что он сейчас проснется? Ну, тебе, ну, все, тебе ББ будет сейчас. Ты в курсе? Как ты устроил сон своего отца? И как деревню спрятал? Это было сложно, но я справился. И для того, и для другого мне нужна сила. Я мог бы подождать, пока деревенские начнут друг друга проклинать. И тогда стал бы утягивать их по одному. Но этого было бы недостаточно. Крупицей. Мне нужен был мощный источник, поток, лавина силы. Потому я принял этот облик. Облик пастуха. И для того стянул кожу с какого-то человека? Как черт? Это еще одна необходимая жертва. Тогда я не мог менять свою внешность так, как умею сейчас. Я стал жить в Немзе и сеять крупицы раздора. Аккуратно, постепенно.
Как корни точат камень, так и я точил веру немзимцев друг в друге. Я выстроил события так, что в один день поместный праздник. Немзинцы все разъярились. О, Василиса, это непросто. Все сердились, ненавидели друг друга. Не скрою, для того понадобились отвары, козни и прочие хитрости. Но я добился своего. Множество проклятий прозвучало в тот день. Столько, что проклятой стала вся Немзя. Поэтому я смог утянуть все село. А дюжина проклятых крестьян дали достаточно сил, чтобы усыпить отца. Но ты в курсе, что... Так вот, как ты это устроил. Если бы я знал... Ой, бля, такое ты, конечно... Ты слишком увлекся зверями, братец. А на людей внимания не обращал. Выучи урок. Ну ты в курсе, что если он сейчас проснется, то ну, тебе ББ, ты в курсе, все, тебе, ну, Габел, ты говори, он как говорит, реально, он как злодей говорит, реально. Ну, типа, знаете, дефолтный злодей, как что говорит. Что за огромные жертвы ты хочешь предотвратить? Уж не ты ли сам им причина? Мы, лешие, видим будущее. Потому и про печать твою знали еще до того, как ты здесь объявилась. Знаем и то, что ждет немзинцев в грядущие годы. Мы слышим это в ветвях, в шепоте ветра на Ростоне. Все земли российские ждет буря. Буря грядет. Вас ждут смерть, голод, убийства, войны. Такие беды, каких раньше не бывало. Этой деревни вообще не станет. Не может быть. Истинно говорю. И мой брат это знает. Все еще может измениться. Ха, таких сильных знамений давненько не бывало. Я уверен, что этому быть. Люди должны сами выбрать свою судьбу. Факт говорит. Выбрать? У них нет выбора. Они не знают, что ждет их самих и их детей. Такого не напишут ни в черной, ни в белой книге. Будущее страшнее твоих бесов, Василиса. Поэтому я и решил их спрятать. Буду убивать одного, другого. Но они выживут здесь, со мной, в тумане. Ты, бля, в курсе, что ты, ну, как бы... Ты силу свою из крестьян вытягиваешь? Да, мне приходится их убивать. Такова цена. Ну, ты сумасшедший, нет? Сумасшедший? Я рассказал тебе, в чем дело. А ты должна меня поддержать. Крестьяне всегда просили о защите. Никто не отзывался. Только я. Ты и сама немало знаешь о жертвах, которые нужны для благой цели. Ведь ты колдунья. Ты, бля, красиво говоришь, Филимон. Да только люди должны выбирать сами. Сами, сами! Факт. Что они выберут? За каждой дверью смерть. Только я могу их сберечь. Понятно. Василиса, у них нет выбора. Зато он есть у тебя. Я могу выпустить тебя из тумана. Могу открыть печать. Только на то мне нужна жертва. Да, сосёшь, что все. Мы вместе пока заберем человека из Немзи. Я приведу тебя к отцу, и мы откроем печать. Да ты в курсе, что мне... Ты будешь на свободе, а Немзя в безопасности. Да ты в курсе, что мне твой сейчас... Не слушай его, Василиса! Это не ему и не тебе решать, а им! Ты должна остановить Филимона. Немзя будет свободна, ты будешь свободна, и мой отец, наконец, очнется ото сна! Филимон хочет и дальше держать Немзю в тумане, а Ворон хочет всех освободить. Как мне быть? Чью сторону выбрать? Ну, по факту, на Ворона встать. Конечно, Ворона. Ладно, говоришь, Филимон. И цель у тебя благородная. Да только у людей должен будет быть свой выбор. Обидно будет. Я не дам тебе убивать еще больше деревенских. Не бывать этому! Я не пущу тебя к своему дереву! Обидно будет, если Ворон нас обманет, это будет обидно. Так, что ты там? Призывай другую нечисть. 220, да? 220, да? Да! Да! А, регенерация у нас, ну, понял. Охуительно. А, ну шо? Ты готов? Раз! Два! О, что такое? Трись! Опа! Ой, ё-моё. Бамс, бамс, бамс. Опа, смотри, что. Ещё умею делать. Бамс. А, да? Да, блядь.
Бля. 13 на 3 это сколько? 13x3. Бывает, так он нахуй дохуя шура, но не несет. Ну, в кое-что мы проебали сейчас. С глаз противника давай. Вот на него, блядь. 8. Раз. 2. 2. Больно. Сюда. Чё он хочет? Бля, прикинь, нету. Бля, ну мне ББ, чё? Всё, пока. Получается. Давай в него вкинем, чё? Я не знаю. Ну, ББ, чё? Реально ББ сейчас будет. Ну да. Ну всё, ББ, мы проиграли сейчас. Так, погнали сразу же в моменте. Делаем. Блин, у меня нет восстанавливающего. Бля. Я знаю, как можно сделать, знаешь как? Бамс. После делаем раз, два, три. Давай сделаем сейчас вот так вот. Бамс, бамс, бамс. Опа, как ты такой, мальчик? Нормально? Так, он же будет урон наносить, да? Да, он будет урон наносить. Что сделать-то нам с тобой? Вот так, наверное, сделаем. Ну, по-хорошему, так бы нам сделать. Блин, вообще нужно вот того фигачить сейчас. Вмешивайся в дела нашей деревни. Не вмешиваться? Из-за тебя я тут, а не в Вильгарте.
Блядь. Давай. Ух, на тоненького. На тоненького. Бля, вот надо вот этих самых, да, вот этих надо демонов-то убирать. Видишь, как сложнее становится играть вообще очень жестко. Чем он будет делать? Угу. Сразу бамс. Погнали. Вот ему накидываем, а вот этого сейчас фигачим. Бля. Больно. Один хп у меня. Ёпта. Один хп, ребят. Но вот тот не сможет ничего делать. Бля, 40. Куда ты нахуй летишь-то, блядь, мальчик? Снимаем. Так, вот это делаем. Вот так вот. Охуительно, пизда мне. Да, все, ББ. Бля, все их за этих демонов. Можно их вот, можно их убрать, пожалуйста? Не пойму, блядь, нельзя? Или что, блядь? Можно их убрать куда-нибудь? Я не знаю, блядь. Можно их сюда просто, чтобы они съебались от меня, блядь? А почему я не могу этих убрать? Я вот хочу их убрать. Они мне просто очень сильно мешают. Очень сильно мне мешают. Очень сильно мешают мне. Надо было хпшку еще взять, ёпта. Погнали, раз, два, три. Дальше, что мы делаем? Мы с тобой делаем сейчас вот так вот. Вот так делаем. Давай вот на вот этого поршня кинем сейчас. Ну и давай вот так сделаем. Ох, капец ему, смотри, сейчас будет вообще ББ. Угу. Угу. Все, он 3 будет сейчас делать. Получается, он... Бля, мальчик, как мне реально надоел, реально. Ну ты мне реально надоел, реально, реально надоел. А, ну. Найс. Ребят, ну давай лучше восстановим хпшку себе. Вот так сделаем. Вот так вот. Ебать, смотри, сколько просто. Добрый вечер. Давай, 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 давай. Раз. 8. Ты надоел мне, блядь. Бля, как он надоел реально. На, блядь. Со самбо пилита, как говорится. Сразу так делаем. Вот так вот. Что ты? Ну что ты? Ну что ты, друг? Давай вот на эту слабость кинем.
Ох, а ты надоел, блядь, мне. Реально надоел, мальчик. Реально, ты мне надоел, реально. Ну, реально надоел. Давай, ладно, уйдем в сейф чуть-чуть. Опа. Куда 19? Что там 19 хочешь? Поехали. Сделаем сейчас с тобой вот так вот лучше. И вот так вот, давай. Да он надоел, блядь. Да он надоел мне. О. Чё ты будешь накидывать? Опять черный венец? Хорошо, а что будет, если вот так? Опа, добрый вечер. Что такое? Что с ебалом, мальчик? Что с ебалом? Давай ему вот так накинем сейчас всего, блядь. Этого надо добить 100%. Ну так, сделаем с тобой. Ну, 3 мы накинул. Так, теперь что мы сделаем с тобой сейчас? Мы с тобой что делаем? Мы с тобой, собственно, знаешь, что делаем сейчас? Раз на вас. В целом, не так много они мне сейчас накинут. В целом, терпимо. Вот, опять, да? Опять за свое, да? Опять за свое. Ну, мальчик, пока, короче, давай. Ну все, уже все, бабло. Так, это мы сделаем с тобой. Поехали. Не вмешивайся в дела нашей деревни. Не вмешиваться? Из-за тебя я тут, а не в Вильгарте. Еще одну будешь призывать? Мальчик, куда ты? Ну куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Скажи, значит, куда ты лезешь? Ну куда? Так, 100% на него вот это кидаем сейчас. После мы делаем. Опять дурочка, да, призвал сюда. Чем будет? А, черный вень? Ну, понятно, понятно. Ну, понятно, понятно. Все, все с вами понятно, ребят. Сразу в моменте так берешь. Бамс. Все, нету его. Еще вот так. Бамс. Все.
Делаем вот так с тобой. Вот его фигачим, вот так вот сделаем. Бля, батя, вы потеряли сейчас в курсе? Я отпущу тебя, Василиса. Отпустишь. Куда денешься-то? Да блядь, за что? Ох, зря ты это начал, я так скажу. Мальчик, ну, я думаю, пока. Там карта еще называется, типа, вот это вот. А, где она? Нести равный статус противнику с глаз X3. У него с глаз получается 95. То есть сейчас минус 95 у него будет сразу же. Ну, по идее, как я понял. Ох, жалко мне тебя. Жалко. Смотри. Ну. Бам. Изично. Изично, блядь. Ну, было, конечно, чуть-чуть тяжело, да, потому что надо вот этих, блядь, демонов отправлять куда-то реально на работу, потому что ты, видишь, они как мешают, то есть тебе накидываются все, лишние перки накидываются, которые тебе в минус уйдут, это вообще жесть. Да ладно, там. Филимон сбрасывает кожу и спешно прячется среди корней старого дерева. Ворон торопит вас, пока дух не восстановил силы. Так. Вы спускаетесь по корням вниз. Подземный мрак перекатывается волнами, как чернильная ратная червь. Глаза привыкают к темноте, и вы видите, что это движутся тени, прошлые жертвы Филимона, до сих пор неупокоенные. Они беспрерывно шепчут. Внезапно Филимон выскакивает из мрака, прошу прощения, и вместе с ним извивающиеся змеями корни. Одумайся, Василиса! Ты обрекаешь на смерть целую деревню! Это ты ее убиваешь, одного за другим! Я не допущу, чтобы в твоем логове очутились все оставшиеся крестьяне. Да ну на... Посмеялся? Посмеялся, да? Посмеялся? Я тоже посмеюсь.
Блин, у него берег еще есть. Малой. Да, это будет сложно сейчас. Да, скорее всего, мы это пропустим, да, с вами. Скорее всего, пропустим с вами это. А, ну мне пизда, кстати, в курсе. Представь, ребята, представь.
Угу. Блять. А что мне ему сделать? Я не знаю, блять. Сразу давай вот так ебашь, что похуй, блять. Вообще поебать меня, реально. На, ёпта. Нет, ну сказать пропустим, блядь. Ну что это, блядь, надо демонов надо убрать, надо было демонов отправить опять этих, как-то на работу, блядь, чтобы у меня вот этой хуйни не было. Видите, я не могу регенерацию никак использовать, не могу оберег использовать. Ой, бред.
Не, мы это пропустим, скорее всего, без дуб, блядь. Надо демонов просто отправлять, блядь, на работу, блядь, рот ей, да. А, то есть мне нельзя будет пропустить, реально? Боже, блядь, реально? А давай проверим, подожди, дай, да, проверим сейчас. Подожди. Скажем, что мы тебя кидаем, хочу проверить, просто можно пропустить или нет, если нет, то это забей. Ну ладно, давай воды херачим. Я посмотрю, могу ли я пропустить вообще. Да, да, пропустить сражение. О, боже, блядь. Ну это невозможно просто, ребят, реально. У меня там, во-первых, трав нету, во-вторых, я не могу регенерацию никак юзать, я берег не могу юзать, потому что, блядь, демона, да, там у меня нет поев на работу. Как бы это Леший сложно. С шипением падает на землю и бесследно исчезает. Вы чувствуете, как вокруг спадают заклятия Филимона. Тени исчезают одна за другой. Карнеш благодарит вас и объясняет, как добраться до спящего отца и какие необходимы обряды. Ворон будет ждать вас на месте. Я постараюсь дальше, в прохождении, да, дальше игры, постараюсь не пропускать сражения, постараюсь, ну, типа, совсем сражаться, потому что, блин, ну, к сожалению, так вышло, ребят, к сожалению, так вышло, я говорю, надо было демонов отправить, реально, этих демонов надо было отправить на работу, чтобы я мог юзать регенерацию, я берег, тогда было бы попроще намного мне. А так это, ну, невозможно вообще, что бы ты ни делал. Сын Лешего говорил на север идти. Ну, типа, возможно, но, как бы, очень-очень сложно. Каждый день на счету. То есть, это себе чисто в хил все убирать, и это, как бы, херово знает, на самом деле. Ой, так, идите-ка вы, знаете, вот, вот именно, идите вот все реально туда. Давай, пошел. Тебя можно управлять, пошел.
все, так бы попроще хотя бы. О, можно с тобой активировать, кстати, да. А здесь что? Блин, даже не знаю, что на самом деле из этого взять. Давай мы с тобой на этом закончим. Такая серия была очень интересная. Спасибо за просмотр. Такая серия была. Принцесса, все увидимся в следующих сериях. Давайте, я постараюсь, говорю, в следующих сериях. Я постараюсь реально вот, ну, буду максимально пробовать сам выиграть, знаете, сам выиграть сражение, нежели пропустить всего. Вот. Только в единственных случаях, когда, знаете, там, ну, не босс, да, когда прям вообще, ну, будет невозможно выиграть никак, да, то есть, что ни делал, никак не выиграешь, вот тогда буду пропускать. А так, буду стараться сам все выиграть, потому что, ну, здесь, я говорю, здесь было нереально это сделать, на самом деле, потому что у меня нет регенерации, не могу доступить к регенерации, к оберегу, ко всему этому делу, то есть, я не могу и себе оберег накинуть, да, чтобы у меня каждый раунд оберег плюсовался, и регенерацию не могу себе накинуть, то есть, это такой бред. Так что так. Вот, в следующих сериях, я думаю, мы как раз пойдем к боссу уже, откроем печать еще, ну и будет плюс кайф, плюс вайб будет. Спасибо за просмотр, увидимся в следующих сериях, давайте.